сталкером. Бляха, застрял. Я бы в идеале... Да в смысле? Ну, нигде не выйти. Выпустите. В смысле? Окей, я бы вот так вот сделал. Бляха. Подойди ко мне. Вечный, иди сюда. Говорить будем. Говорить будем. Ай-ай. Фу. Так, ну кто там со мной поговорить хотел? Говорить будем, говорит. Говорит, говорить будем. Владеру оставляем. Я не пью. Больше. Сейчас помогу. Вообще помогу. А, нет. Тебе я помогать не буду. Ой. Ай, бадюк. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы с вами выбрались из лаборатории X-18. Так, за нами теперь, судя по комментариям, идет дождь. Судя по комментариям, за нами теперь будет охотиться военные, армейцы. Вот, теперь будут по пятам за нами бегать, короче, потому что у нас секретная информация на руках. Вот. Итак, первым делом нам надо, короче, отправиться к бармену, отнести эти документы. Вот. Сидорович еще написал, ну, тут говорил то, что выбраться через южные ворота, вот, что мы сейчас, в принципе, и делаем. Так, что еще? Далее по плану я планирую, не знаю, отнести, да, документы бармену, посмотрим, что он скажет, короче, и попробуем, наверное, отправиться на Янтарь. Вот, узнать что-нибудь о призраке, вот, о судьбе призрака. Он как, вроде как выполняет для ученых какое-то задание, что ли, да? Вот. Как бы так, вот. Если я правильно все это понимаю. Так, что у нас? У нас есть какие-нибудь там новые данные, что-нибудь там находили в журнале, там, это мы читали информацию по X-18, да? Так, 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 справка у нас. Все есть. Местный фольклор. Так, животные, мутанты я вот хочу посмотреть, короче. Полтергейст. Поистине, еще раз прочитаем. Поистине сверхъестественными невидимыми существа встречаются только в глубине зоны. Обитают, как правило, внутри полуразрушенных зданий. О происхождении ничего недостоверно неизвестно. Бытует легенда, что это духи сталкеров, попавших под мощный выброс. Механизм проявляется этих невидимых действительно соответствует легендам полтергейста, откуда и название. И отличается разнообразием от периодического воя и смеха до появляющихся из ниоткуда опасных огненных шаров. Вот. Вот это я хотел узнать, короче. Я просто не мог понять, что же было в этой X-18, короче. Ну, вот это вот огненное там летало. То, что мы убили там. Вот. Я думал, это что-то новенькое. А это полтергейст, оказывается. Так, окей. Хорошо, выдвигаемся. Так, давай посмотрим, что у нас тут имеется. Так, наш автоматик. Окей, двустволка. У нас перегруз очень хороший, причем. Так. Ну, в принципе, ладно, нормально. Я думаю, до бармена нам хватит припасов. Там уже, когда придем на место, там уже разберемся с припасами. Возможно, что-нибудь продадим. Так, задание выполнено. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек.
Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклевывается. Опа. Опа. У Сидоровича есть для меня дело какое-то, да? Интересно. Интересно. Нафига тут сразу пропало сколько заданий. Так. У Сидоровича какое-то дело, короче, наклевывается. Запомним. Запомним это. Так, погоди, а где мы находимся? Что-то... Места-то знакомые, в принципе. Не? Кордон. А. Да ладно. Кордон, база новичков, вот она. А, ну нифига себе. Интересно. Такой кругаль дали, да? Ну, раз мы здесь, недалеко от Сидоровича, так давайте тогда к Сидоровичу зайдем. Что он там хочет? Это логово бандитов получается, да, было? Или что это? Я правильно понимаю, да? Псина, уйди ты! Я правильно понимаю, это логово бандитов. Первое самое наше задание, короче, которое было. Так, окей. Ну, бандюга, для нас уже так, орешки, потому что кого только уже не встречали. Так, окей, 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 окей. Автас. Да где там еще? Ну-ка. Со сталкерами, что ли, воюют? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бежать, падла. Ублюдок какой. Засранец. Говнючок. Погоди, где-то здесь еще. Да? Ну-ка, ты где? Где там, за воротами? Откуда он стрелял? Эх, от пистолета. Ай-яй-яй-яй-яй, быстро, быстро! Ну-ка. Говнюк. Окей. Наверное, все, да? Больше здесь нет никого. Ну, в принципе, блин. Они все равно здесь появляются и появляются. Постоянно появляются. Так что... Смысла, я думаю, нет. Всех там гасить. У нас есть свои дела. Так. Жигишка. Я думаю, Сидорович нам даст, короче, задание, которое мы уже, в принципе, выполнили. Я помню, вы писали в комментах, то, что
документы, которые, помните, мы там блокпост недалеко от лагеря новичков, блокпост военных там разгромили. Вот. Я думаю, ну, там документы мы забрали. Я думаю, ну, сейф. Я думаю, кейс, то есть. Я думаю, короче, это вот оно и есть, это задание. Так, оружие убрал. Здорово, чуваки. Сколько лет, сколько зим. Давно я вас не видел. Я даже соскучился по вам. Помните, да, каким я был? Теперь я, можно сказать, в легендарных местах побывал. Иди сюда. Есть тема для разговора. Тема для разговора? Ты мне? Это ты Рихтер. Говоришь, да? Фанат. Фанат, а здесь... Это другой. Был этот... Кто там, Волк, да? Или как его там звали? Слушай, Мечен, ну как ты, кстати? Нам помощь здорово нужна. Так, продолжай. Я фанат, после Волка тут старшего остался. Вчера приходили несколько наемников, серьезные ребята, черт. Пришли и наехали по полной программе. Мол, день вам срока территорию лагеря очистить. Теперь это их база будет. Сегодня должны прийти опять. Ну и разговором, как ты понимаешь, в этот раз не кончится. Внимание, анекдот. Так, и что вы решили? Мы решили засаду им устроить, потому как в лоб, боюсь, джипу. Не устоим. Экипировано они, что надо. Да и тактику боя знает, ого-го. А тут мальчишки. В общем, решили засесть тихо по домам, вроде как ушли мы. А как подвернется удачный момент атаковать. Нам только таких бойцов, как ты сейчас, ох, как не хватает. А после боя сочтемся, за нами не заржавеет. Ну ты как, поможешь? Конечно, помогу. Предлагаю потратить оставшееся время на подготовку к бою. План такой. Самых зеленых новичков я по домам, под подвалом разгоняю. С приказом нос не высовывать. А то положит пацанов не за хвост собачий. А мы с тобой еще и парочкой ребят, что посерьезнее, займем удобные сектора для обстрела зоны вокруг костра. Как они к костру подойдут, мы их и сжахнем со всех сторон. Они со стороны... Моста появится. Думаю, уже скоро. Так что ищи укрытие с хорошим сектором. А по моей команде и начнем. Нет, ну ты, конечно, сам смотри. Только на открытом месте, думаю, уцелять шансов мало. Решай. Хорошо. Тут бац, рощица. Окей. Или маленькая. Я понял. На карте ее нету. Я тебя понял. Туда-сюда, как так, быть? Ща, погоди. Оружие убрал. В смысле оружие убрал? Тут так. Дань мужик какой-то неподалеку маячит. Говорит это. И не на долговце, ни на наемнице. Место спрятаться. Обрадовался, значит, место спрятаться. Так, место вот спрятаться. Дай-ка я на чердаке тогда займу местечко. Вот обойти. Тот и говорит. Мне тоже в ту сторону. Пошли вместе. Идут себе... Со стороны моста, он говорит, они пойдут. Так, со стороны моста я бы, блин, вот, значит, в идеале, знаешь, что сделал? Тертым сталкером. Леха застрял. От каждого шороха, я бы в идеале... Да в смысле? И правда, ствола видно не было. Ну, тот, стало быть... Нигде не выйти. Выпустите. Вообще боятся. А кого удивляется? В смысле? Во. Монстров. Контролеры одни чего стоят. Я бы вот так вот сделал. Бляха. Мужик так помолчал и говорит обиженно. Дурак ты. Если б сказал зомби... Да залезь ты, ну! Ну в смысле, ты чего? Контролёров, Мечник. За что монстрами обзывать? Да слезь ты! Да в смысле? Блин, так не смешно. Так. Коплю я на свой домик. Я бы вот в идеале как сделал. Чтоб лезть. Залез бы вот сюда. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Да я готов, ну. Всё. Крышу бы гасил бы. О-о-о! Понеслась я! Ну-ка. Выбегут. Выбегут! Леха! Говорили же к костру! Подойдут, и мы их жарим. Причем они сами первые начали стрелять. Того с фонарем надо мочить, это, наверное, главное. Чпунь. Чпунь.
Зарядка, отлично. Чпунь. Ах ты падла. Ах ты падла, убежал. Ну-ка. Смотри, смотри, я скрыл. По домам по нашим шарить думал. Пошел вон. Все, кто жив, подойдите ко мне. Меченый, ходи сюда, говорить будем. Говорить. Оружие убрал. Ай-ай. Фу. Так, ну кто там со мной поговорить хотел? Говорить будем, говорит. Говорит, говорить будем. Ты? А, ты. Да, ты страшный человек, Меченый, лучше тебе на дороге не попадаться. Да есть немного. Ну, держи от нас на память. И еще спасибо тебе громадное за помощь. Спасли мы молодняк Меченый. Окей. 2,5. Хорошо. Ну. Ну, бывай. Бывай. Так, я пойду трупики сейчас обыщу. Ух ты. Одного из наших тут покромсали. У наемников-то, наверное, что-нибудь вкусненькое должно быть. Да что ты? Так. Большая часть даже за периметр не смогла зайти. Во как покромсали, да? Во как прокромсали. Так. Так. Что у меня так как-то непонятно? Я вроде один раз нажимаю, а он что-то как-то отскакивает. Так, окей. Журнал, что там журнал? Угу. Ладно, народ. Отдыхайте, празднуйте. А я это... Мне кажется, или я такой какой-то маленький? Мне просто кажется так. А чё вы тут в засаде сидите? Эй, народ. Вы чё? Вроде всё. Вроде всех убили же. Вы чё? Кстати, а куда волк подевался? Да он тут недавно получил от одного из проходивших сталкеров какое-то послание. Тут же собрался, схватил ящик с динамитом и ломанулся вглубь зоны. Я как раз от ранения отклёмывался на картоне. Он попросил меня присмотреть за молодняком. А, понятно, до встречи. А чё вы? Народ. Вроде всех покрошили, не? Вы чё? Ладно, отдыхайте. Праздновать надо, а вы там что-то. Вроде это. Я-то уже. Я-то не пью. Я-то. Не. Меня лаборатория X18 перевоспитала, я теперь все. Не-не. Такого у нас смотришься. Здорово! Ни хрена у меня тут. Вкусняк тут всяких. Так, Значит так. Это мы убираем. Так. 5. Нифига бинтов нахавал. 5. Так, что еще тут можно выложить-то? 5. Ну как-то так. Окей, а еще вот такие вот здесь аптечки тоже 5 штук возьмем. Думаю, пригодятся. Так, 5 возьмем. Чего у меня еще не хватает? Да, в принципе, все теперь есть. Все нормально, все отлично. Да пускай здесь хранится. Здорово! Ну что, был в X18? Думаю, принес. А, документы принес, думаю, принес. В смысле?
Мне же надо бы бармену отнести, нет? Погоди. Или я что-то путаю, нет? Ну, принести документы бармену, в смысле? Хитрость, и чё? Ну, вот они, документы. Так, ага. А вот это очень даже интересно, расскажи, не поверят. Угу. О, как. Ты смотри, даже не предполагал такого, как все запущено-то. Ну ладно, держи обратно. Это все, что нужно отдать бармену, а тебе за труды причитается. А, да, ладно. Спасибо. Так, спецзадание тут. Спецзадание есть? В общем, тут такое дело. На блокпост из глубины зоны передали ящик с отчетом одной из экспедиций к северу, что к северу ходило. Днем охраняют его так, будто он чистым плутонием наполнен. А по ночам почему-то не больше двух охранников оставляют. Так, продолжай. Проберись втихаря на блокпост до изыми, или изыми, да? Для меня этот ящик. А уж я для тебя чего-нибудь не пожалею в разумных пределах. Возьмешься, нет? И попробуй, конечно. Так, ну, украсть ящик с блокпоста. Ну, так я денежку готовлю, ты ведь... Меня Меченый еще ни разу не подводил. Только это шума не надела, ладно? А то нам всем тут небо с овчину покажется, если вояки обидятся. Окей. А я... все, я выполнил. Вот молочага, удружил. Хотя, конечно, спасибо, сыт не будешь. Значит, держи 2000 тугриков, и мы в расчете. Слышь, давай 3. Кстати, Зольды же ведь пропажу обнаружат обязательно. Так тут такой кипиш начнется. Так что вали-ка ты отсюда побыстрее на повышенной скорости. Окей, так, есть? Пока нет ничего. Хорошо, так, давай посмотрим. У него здесь ничего нет, да? Я, наверное, ему сейчас продам. Продам, да. Продам тут всякое. Так, я оставлю радиация минус 10, да? Я все продам ему, чтобы... Так. Все, да? Остальное мое. Кровотечение, так, радиация, ага, здоровье. Ага. 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 Братан, все. Ты не врубаешься? Мне нужен реальный. Да, погоди. В смысле, я чуть тебе не продал? Ах ты, тварь. Ломать мясо один. Он мой. Один ломать мясо мой. Так, вот это. Погоди. Ты правильно ничего не перепутал. Окей, так, торговать. Неплохо, хорошо. Но будет еще, заходи. Обязательно. Так, ну теперь, да, документы бармену надо отнести. В принципе, все. Остальное пускай находится здесь. В тайничке. Теперь движемся к бармену. Ну, старых друзей повидали. Хорошо. Да что вы? Все, опасности нет, чего вы тут засели? Так и будете сидеть здесь? Ну ладно, охранять. А я попер. Попер я! Вот что за бред? Это баг какой-то или что это? Все, я теперь могу бежать. Смотри, у меня выносливость еле-еле кончается. Нашел руками. Отлично. Дальше-то что делать? А бывало и как завалит радостно. Вот, я же говорил, брешут. Так, а там у моста интересный этот блокпост-то появился снова, нет? Ну, вояки появились, нет? Или кто-то другой там еще. К бою!
Какие-то перестрелки вон идут. Йоха. Где вояки? Вояки. Нукс. Блях. Ух ты, ух ты, ух ты, смотри, смотри. Так, минус один, минус второй. С меченым лучше не это. Не связываться, понятно? Понятно вам? Понятно вам? Нет, понятно? Нет. Я меч, не мать вашу. Вы мое имя долго помнить будете. Ну-ка, где ты? Корнюшон. Отлично. Всех, да, положу? Хорошо. Кушоночка. Патрончики. Патрончик, кушоночка. Належат такие. Братская могила. Ну, сладно-с. Побежались. Водеру оставляем. Я не пью. Больше. Блёха, ни хрена себе отряд. Они теперь реально на каждом шагу будут? Вояки эти. Видал, да? Целый отряд. Еха. Ай, ай, сзади что ли где-то? Умри ты! Ни хрена! Сержант, вы какой-то... дерзкий. Бляха! Уроды! Да в смысле? Чё они такие мощные-то? Да никуда он не денется! Когда разденется? Ну-ка, где ты там? Ай-яй-яй, откуда, откуда? Яха. Засрал ты. Нига в кустах, ты не видно. Урод. Пипец, ты прикинь, сколько я патронов сейчас на отряд потратил. Просто жесть. Реально отряд. Не ожидал такого вообще встретить. Да бляха. Да в смысле? Так, патроны, хорошо. Да кто там? Сзади опять. В смысле? Куда вы там сзади-то беретесь? Говнюки.
Ну что, бесконечно? Где ты? Вон еще. Хера их тут. Ты прикинь? Вот это я нарвался. Ты где? Давай, давай, беги, беги, сыкло. Еще кто-то. Ай. Так, где? Ты где? Ну, окей. Нет, так нет. Я, ладно, погнал. Одного оставим в живых. Пускай расскажет о меченом. Что нельзя со мной связываться. Так, стоять. Сейчас помогу. Вообще помогу. А! Нет! Тебе я помогать не буду. Оружие убрал. Вот так. Оружие убрал. Ладно, иди. Отдыхай. У меня дела поважнее есть, если что. Хера тут собак. Вот что, блин, давненько я здесь не был, да? Смотри, сколько собак развелось. Причем псевдо вот этих вот котопсов, смотри. Котопёсик. Ой! Ай, бадюк! Собака! Ух, собака! Ну иди сюда! Попали, попали, сука! Все. Два выстрела и готово. Блях, один патрон у меня всего остался. Что за дичь? О. Патронов, короче, для пистолета купить. Так, ну ладно. Там, походу, там либо свои, либо бандюки. Желтые точки, наверное, свои. Здорово. Так, здесь, по-моему, тайник, да? Что-то у меня там было, по-моему. Что-то у меня здесь было. Так. Кровь камня, камня я заберу. И годится. Да, остальное пускай остается еще. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Погнали. Погнали дальше. С собаками сами разберутся. Нужно дойти до бармена. Да. Как-никак, он ждет, короче, эти документы. Она, в принципе, топать и топать еще. Еще неизвестно, что вот здесь сейчас будет твориться. Если там на кордоне такая дичь, короче, с военными. Был целый отряд, просто целый отряд.
сюда. А, это свои. Я думал, вот эти военные тоже. Так. Так, вот... убери оружие. Да иди ты. Опять жарят своих. Здесь у меня еще тоже, смотри, всякой интересности куча. Ну, как бы... Как бы, бляха, сказать-то так. Погоди, а глушитель? Я могу с этого автомата снять глушитель, погоди. И раз, два, да? Да, ты мне не нужен. Вот на этот бы автомат, короче, вот у нас есть подствольник, да, оптика, короче, и на него бы еще глушак. Было бы вообще шикарно. Сколько там? Ребят, подскажите в комментах, можно где-то найти для этого автомата глушитель? Так, 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 псина, псина, псина. Стопать, стопать, стопать. Ай, уже поцарапнул. Ёбку мне царапнул. Минус одна. Хлоп. Я как Нео увернулся. Нео у нас от пули уворачивается, а я от катапсов. Это шо, хвостик заберу. Хвостик пригодится, продам. Ой. Ой. Отдыхайте, отдыхайте. Как не пройду, они все отдыхают. Так, стопуля, а у меня что-то здесь не выбрано. Ну, здоровье. Прикинь, вот эта штука у меня со здоровьем убрана. Я думаю, что за фигня? Я думаю, здоровья что-то мне не хватает на 400%. Свои, свои. Народ, народ. Заблудился я. Думаю, может хоть кто услышит. Дворюга вздыхает. Ну я услышала. Так, будешь у бармена. Передай привет от меня. Будь осторожен. Понятно. Нет, понятно. Так, ну в принципе, на территорию бара заходим. Здесь-то как бы, в принципе, уже ничего тревожить нас не должно. О, смотри. Парни, куда направились? Оружие уже убрал. Ёп-ёп-ёп. Так, убери оружие. Ты ствол-то убери. Знаете, я иногда начинаю нервничать, когда на меня столько стволов натыкивают. А, тут долговцы заправляют. Наша родная милиция, или типа того, имеет... Ой, ой. What the fuck? Фига они такие подорвали. Красавцы. Да я не наживу проблем. Ну чё, обо мне еще не слыхали, что ли? Я ж меченый. Я ж меченый. Молодая легенда зоны. Ну, становлюсь потихонечку. Работаю над этим. Этот всё своим светящимся шаром тут колдует. Трубин слежит. Наемник? Иди своей дорогой, Стага. В смысле, откуда здесь наемник взялся?
Че, на вас тут наемники тоже нападали? Интересно. Интересно. В салочки играете, что ли? Ух ты. Ух ты! Я такую хочу. Здравия желаю. Что интересно, может стоять? Ничего, вы же пытаюсь, молодец. О, оружие ты убрал. Проходи, не задерживайся. А, здорово. Тебя тоже рад видеть. Так. Бармен, бармен. Ну-ка, бармен, налей мне. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, Меченый, принес документы из X-18? Конечно, принес, да, вот они. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ништяк! А, возле озера Янтаря. Я как раз туда собирался направляться. Ништяк. Вообще ништяк. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Конечно, готов. Так мы, короче, несколько зайцев одним выстрелом убьем, короче. Придем, узнаем, ну, придем на Янтарь, как и хотели. Узнаем про лабораторию X-16 уже. Узнаем про призрака. Во как все складывается. Замечательно. Окей, конечно, готов. Вот отлично, я буду ждать. Так, сейчас посмотрим, короче, что у нас тут есть. Смотри, у него, короче, бронька есть какая-то. Берил 5М. Модифицированная для работы в условиях зоны экипировка армейского спецназа. Берил 5М в составе армейский бронежилет серии PC-39A с бериллиевым напылением. Что-то, блин. Не могли бы они текст, короче, сделать чуточку, знаешь, это не потемнее или фиг знает как-то. То... Как-то это. Подсвечивает. Шлем Сфера 08 предназначен для штурмовых операций в областях с повышенным радиационным фоном. Слабоэффективен в условиях высокой аномальной активности. Бляха, я не знаю, клевый он или нет. Лучше, чем мой. Как-нибудь, блин. Вот хреново, что здесь, что нельзя, короче, сверять. Вот дерьмо-то, а? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Ну погоди, вот допустим, здесь сталкер группы Монолит. Пить как охота. Немного уступает армейскому бронежилету серии PC-39A. А здесь он состоит из серии PC-9A. Да. Может, тут это, значит, лучше будет. Броник у него получше. Да. Может, тогда давай я вот это продам, а вот этот я куплю. 36 косарей всего. У меня все равно хватает. Че? Да, давай так и сделаем. Была не была, так и сделаем. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Это комбинезон, да. Вот это бронекостюм. Бронекостюм. Да. Настроение хуже не бывает. Была не была, чё, да? Так, чё я хотел? Я хотел ещё патронов. А есть такие патроны? Нет здесь таких патронов. Для пистолета. Нет здесь таких патронов. Жаль. Ну, может, у меня там в нычке есть. Так, вот этих патронов я хотел купить. Да, настроение хуже не бывает. Вот эти мне нафиг не нужны, я их продам. Пожрать бы чего хорошего. И так, что еще? Здоровье 200. Вот это я продам.
А, хвостик. А, хвостик тебе не надо, да? Ты не любишь собачьи хвостики. Окей. Все, торговать. Ништяк. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ну-ка. Сейчас глянем. 30. Эх, вот всегда бы такая трудная. Я не помню характеристики вот того, этого. Ага, комбинезона. 3-4 таких походов вчера. Ну, уже ничего не сделаешь. Уже ничего не сделаешь. Так, дай-ка я посмотрю, что у меня здесь. У меня здесь есть базука. А, смотри, можно вот эти вот патроны еще продать. Они мне нафиг не нужны, в принципе. Подходи, сталкер. Смотри. Как ты у меня всегда есть кое-что интересное. Подствольник я могу отсоединить от этого. Не учатся ничему. Гранатомет. Некоторые учиться не хотят. Хорошо, смотри. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Не тормози, ты ему про аномалию. Он тебе про хабар. Вот этот улучшенный. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Вот. Я сделаю так. Отсоединить прицел, отсоединить гранатомет. Подсоединю. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. И присоединю все... Вот к этому. О, отлично. Просто отлично. Не а это я продам, он нафиг не моя нужен. Моя информация да. может тебе пригодиться. Вот ведь как грустно все выходит. Да? Да. Так. Вот псевдособаки. Что у меня еще здесь есть? У меня еще есть... Подходи, сталкер. Для вот таких, помпочки как ты, у меня всегда возьму. Есть кое-что интересное. Погоди. АКМ-74. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, погоди, а... Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Это для подствольного гранатомета, да? Для подствольного гранатомета. Погоди, а у меня какой гранатомет подствольный? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ну-ка, оцени гранатомет, да? Подствольный гранатомет. Подствольный гранатомет, так. Боеприпасы. Граната ВОК-25 и граната ВОК-25Р. Окей. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. М209. А, вот этот, значит, для моего. Оставляю его здесь. Не тормози, мужик. Моя информация так, это тебе я пригодится. Здесь оставлю. Это пить как здесь, охота. Это вот квасов здесь, сейчас холодного. Это здесь. Да чтобы в нос шибал. Здесь. Да. Подходи, настроение сталкер. Для таких, хуже как не ты, бывает. У меня всегда есть кое-что так, интересное. Так, окей, дальше. Что мы еще смотрим? А, гранаты. Один а все-таки здесь. Накоплю я на свой домик. Что еще могу продать? Чтобы опа. Речки. Это для патронов для этого, для пистолета. И не радиация. Не тормози, да? Моя не информация тварь, может тебе пригодиться. Так. Для ружья. И путь будет долгий, короче, поэтому я забираю. Вот эти и ладушки. Патроны все. Вот и хорошо. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Кусок бы мяса такой... Здоровый, чтоб прям свертела. Так, я с места не смогу сдвинуть. Скворчащий, сочный. Пока что тогда я делаю вот так. Не тормози, мужик. Моя делаю информация вот может тебе пригодиться. Потом пожру, погоди. Так, торговать. А, вот это вот я все продаю. Мне оно не сдалось. Окей, вот этот я продам. Что еще? Что еще я хотел продать? Все, да? Так. Как оно? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так. Вот эти патроны я... Я все день брать не буду. Я возьму, наверное, я... Ни хабара, никакого приварка. Нет, от вот судьбы так. Точно никуда не скроешься. Не тормози, мужик. Что на роду написано, так оно и будет. РПГ я оставлю здесь, наверное. Прорвемся.
Не зря же я тут вон сколько небо копчу. В принципе, все. Так, и я, и друганы мои. Собаки прорвемся. Тоже здесь оставлю. Подходи, сталкер. Мне в дороге не пригодится. Такие, как ты, у меня всегда есть кое-что. Короче, вот так. Так, пожрать. Сейчас. Еще заберу. Так. Одно. Одно. Не тормози. Одно. Все, в принципе. Как-то так. В следующей серии тогда мы отправляемся, будем держать путь на Янтарь. Вот, посмотрим, либо это будет серия просто дорога на Янтарь, либо подходи, мы сталкер, доберемся до него быстро и посмотрим уже, что там, какую информацию мы можем сможем выудить насчет X-16 и призрака. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем не пока. Тормози, мужик.